Нужно слушать, какая из птичек издает звуки, и нужно нажимать. Вот это и вот это. Это больше на чайку похоже. Вот это, да? Нажимаете? О, неправильно, это какая-то другая птичка. Ты думаешь, это тоже неправильно? Вот это... они. Вот это птичка. Кто? Как ты думаешь, кто? Я тоже думаю, что ты. А я вот это. Думаешь, сейчас, это? Сейчас проверим. Кто из вас был прав? Неправильно. Но это неправильно. Этот. Правильно, норовой. Молодцы. Акула. Через акулу. Сколько много зубов, 3 ряда. Рак. Как называется рак? Ух ты, какая большая! Устрица большая! Вверх, вверх, вверх. Меня не напоминают привидения. Все так. Да, вот, вот, вот. Какие? Вон в камнях, смотри, какой здоровенный. Большой бакован, которого мы только что видели. Только здесь он уже в большом аквариуме. И ради. И ради летают. Маленький сказки. Ку-ку. О, смотри, какая красная рыба. Я рисунка, чтобы они двигались. Валерий, смотри, как растут махионесы. Видишь, Валерий, вот так растут махионесы. Видишь? Самый ядовитый пест луноносный. Вот это, которое... Да, он сидит, что ли. Это которая была затаилась, да. Где акулы мы видели, да. Где были акулы. Потом она изучила с шипами своими. Взглядом. Она очень ядовитая. Это посветлее.
Ну что, мы увидели очень много всего в аквариуме. Валерия, а что ты выбрала в магазине? Покажи. Вот такого пушистого морского котика. Всем пока!